Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, мы продолжаем проходить Dishonored 2 на максимальной сложности, никого не убивая и без палева. Прямо сейчас мы находимся в Карнаке и собираемся двинуть в особняк Стилтона. В общем-то, я решил что сделать, пробовать загадочку разгадать сам. Но сначала, понятное дело, мы сходим в комнату Дюрана, там мы заберем амулет и что-то еще, да, но подсказку я брать не буду, потому что мне написали, что там прям разгадка, это загадка, я хочу сам ее разгадать. Помимо всего прочего, также хотелось бы вам кое-что рассказать. Все дело в том, что, в общем-то, я, как обычно, закосячил. Забыл включить микрофон. Ну, я записал где-то примерно 10 минут и заметил, благо, сразу, что микрофон был выключен. Я что сделал? Не вне записи, сейчас это все покажу, понятное дело, потому что я опять перезаписываю. Я нашел только картину и аудиограф. Потом пошел в эту сторону и там увидел людей, которых взяли в плен смотрителей, хотели их убить, я пытался их спасти, понятное дело, у меня это не получилось. Ну и я, соответственно, заметил, что микрофон был выключен и начал записывать сначала. Я предлагаю сначала сразу двинуть в эту сторону, ребята, вот сюда, и попытаться спасти вот этих вот людей. Это не так просто, там очень много смотрителей, просто овер до хрена, ребят. Поэтому сейчас нужно очень резко действовать. Здесь я делаю быстрый сейв сразу же. А теперь вот таким вот образом. Смотрите. Раз. Подожди. Где еще один? Второй. Третий. Теперь вот здесь. Теперь тут, смотрите, быстро. Глушающая мина. Все норм? Подожди. Мне нужно подняться наверх. Чтобы все осмотреть. Там до хрена смотрителей. Вот, да, вижу. Ага, сразу двоих. И еще один остался. Это, по-моему, последний, кстати. Прекрасно. Нифига себе. Просто замечательно. Все смотрители спят. Круто. Это я забираю? Забираю? Ничего здесь нет. Ничего здесь нет. Ну, вроде все, смотрители закончились. Это просто гражданка. Их пытались казнить, я расскажу за что. За то, что они украли еду. То есть, ну, блин, ни за что, короче. Поэтому я решил их спасти. В общем-то, давай-ка, наверное, тут ничего. А этого паренька все-таки убили. Но это, по ходу дела, произошло до того, как я вообще сюда пришел, да? То есть, как бы я не имею к этому никакого отношения. Но там двое все-таки спаслись, поэтому, ну и хорошо. Хоть двое убежали. Тут еще есть пистолет, пули. Давай-ка я, наверное, знаю, что я сделаю. Я сохранюсь. Да, и теперь мне нужно спрятать тело, чтобы эти суки не нашли. А то что-то жалко мне этих ребят. Я куда-нибудь и унесу повыше. Например, вот сюда. Там слева находится как раз-таки форпост смотрителей. Пускай вот здесь лежит. Думаю, здесь-то точно никто не найдет эту девчушку. Точно никто не найдет? Она там не умрет случаем, нет? Не залипнет? Слушайте, давайте, наверное, сделаем немножечко иначе. Давайте-ка я положу куда-нибудь вот сюда, например. Вот здесь точно, здесь с ней все в порядке будет. А, теперь давайте прочитаем записку, которая написана, вот, которая висит вот там, вон, слева. Подожди, сейчас еще кое-что проверю. Ну, тут, по-моему, все нормально лежат, я думаю, им ничего не будет. Единственное, что им грозит, это перегреться на солнце. Итак, не можешь свести концы с концами в Карнаке? Есть серебряные пломбы в зубах? Не падай духом, куплю все твои серебряные зубы в любом состоянии по монете за штуку. Приходи на улицу Валия в первый день месяца. Чистые щипцы. Хочешь виски, приноси с собой. Это забавно. Ладно, давайте подниматься наверх. Сходим сейчас, заберем картину. Потом еще сходим, кстати, в квартиру Корвата. А то я в прошлый раз что-то как-то мимо прошел. Давай сюда. Там кто-то есть, смотрите. Вот только я не вижу кто. Ну замечательно, но так не вовремя бурят и идти колотить. Надо переждать. Помимо всего прочего, я как бы вот в предыдущей попытке попробовал сделать, знаете что?
Я убил собаку, и, короче, действительно, это не засчитывается в статистику. Поэтому это можно сделать, но все-таки, наверное, я так делать не буду. Подожди-ка. Вон там, понятно, это обычные граждане. Давай-ка, наверное, попробуем туда долететь. Ой, не туда. Ой, не туда. Ну, я жив, все хорошо. Или, по-моему, это были стенатели. Нет, это не стенатели. Подожди. Угу. Понятно, это мрази. Ну, если бы я играл за Корва, конечно, я бы их всех порешал. Но этого делать не буду. Сейчас. Давай-ка сюда. Тут я, наверное, сделаю сейв быстренький. И еще, конечно же, мы обследуем вот то здание. Я что-то не знаю даже, что там есть до сих пор. Но собака, конечно, бы не мешала разобраться, но, к сожалению, у меня нету усыпляющих дротиков. И, да, я ничего не смогу сделать. Давайте сразу, наверное, сюда. Дальше я могу. Спокойно, спокойно, спокойно. Вот сюда. И теперь вот, смотрите, картина находится не здесь. Не здесь картина, нужно выше подниматься. Давай сюда. И побежали. Это, к сожалению, я забрать не смогу. Мне бы это дело на самом деле пригодилось. Все-таки, да, в этой части оглушающие мины очень полезны. С учетом того, что можно использовать домино. Давай еще выше. И теперь вот здесь, вот смотрите. Получается, мы обходим с этой стороны. По-моему, вот здесь еще микстурка должна быть. Одна, она должна пригодиться. Подожди-ка. У меня и вообще мало осталось. Забираю одну микстурку. И тут, по-моему, что-то еще... А, вот монеты вижу. Забираю монеты. А теперь вот отсюда. Мне вот сюда и вот туда. Тут у нас вот картина и вот аудиограф. Mr. Stilton is known for his fairness, and that reputation is not for show. Welcome to the stage, a friend to the Miners Family Committee, Aramis Stilton. Good workers, good people, thank you for having me. Our annual dinner is always a special time, and I cherish the conversations and the toasts as we renew our bonds. My closest friend in this world, whose name some of you will no doubt guess, is known for this saying. We rise together with the same dawn. We feel the same wind on our faces. We fish the same ocean. These are words worth remembering. Spoken by a man who fills my heart with joy. As you dine tonight, surrounded by your families and the other miners from your team, let those words echo in your thoughts. And above all, please, enjoy yourselves. You've all earned it. Угу. Вот и все. Теперь спускаемся и уходим отсюда. Идем в дом Корва, он здесь, по идее, недалеко. Вот, это можно дело все открыть, это здорово и замечательно. Вот собака, сука, мешает. Пускай уходит подальше. А я могу туда переместиться? Да, 10 раз. А вот сюда могу, кстати. Тут, по идее, где-то вот в углу должно быть окно. Подожди-ка, давай сначала, наверное, вот сюда. Ой-ой, не туда. Ладно. Должно быть там окно, которое можно... там, получится, доски будут, да? Эти доски можно разбить. И как раз-таки я попаду в квартиру Корва. Это я забираю. Что там такое? Подожди. Вот это, вот это. Вот эти ребятки вроде как не враждебные. Да? Сейчас проверим. Можно с ними поговорить? Я подкрадусь. Вот так вот сейчас сделаю, одну секундочку, на всякий случай.
Нет, ребят, поговорить нельзя. Нет. Ну, ладно, я этого делать не буду. Подожди-ка, а если сделать вот так? Подожди. Хм, что-то какие-то мудаки одни. Тут ничего. Тут у нас часы. Что-нибудь здесь может быть? Да, здесь у нас очередная адермирская микстура. И на днях в Большом Дворце прошли пышные торжества в честь императрицы Далилы Колдуин, призванные продемонстрировать поддержку со стороны серконосцев. Гости рассказывают, что отсутствие императрицы, занятой в данную делами государственной важности, нисколько не омрачило праздника. Вместо императрицы на церемонии присутствовало и огромное серебряное изваяние. Наш щедрый и непредсказуемый герцог Лука Абель, вероятно, хочет войти в историю как веселый герцог. Из Большого Дворца также сообщают, что слухи, будто наши послы вернулись из башни Данула в Карнаку со странными метками на лице, бормоча на мертвых языках, не имеют под собой никаких оснований. Ну да, конечно, рассказывайте сказку. Тут ничего, здесь может что-нибудь. Это я закрываю. Подожди-ка. Вот тут у нас комод. И серебряная шкатулка, это мы забираем. Тут тоже все, там пусто. Даже открывать не буду. А вот там что у нас? А, там газета, хорошо. Это я открываю, все, можно уходить. И искать хату Корва. Кажись, ребята, нашел. Сейчас покажу. Я сейчас перезапустил, потому что собака опять меня спалила. Смотрите, нам нужно долететь, колосить. Вот сюда. Отсюда. Сейчас пускай восполнится у меня мана. Вот туда и потом там налево нужно свернуть. Я там наверх не поднимался, как раз таки там и есть квартира. Ух! Ой. Подожди, постой, постой. Наверх. Да что такое? Блин, ну лететь, колотить. Теперь давайте вот сюда. Подожди. Ну офигеть, они ее запрятали, кстати. А вот и квартирка Корва. Брошенный дом Корва Атана. Это круто. Что у нас здесь? Это у нас будильник. Тут он, так понимаю, спал, да? Не, ну это прикольно. Сквозь... Ты на что намекаешь? Это открыть не получится. Вот. Кирпичи мы убираем. И вот еще кирпич. Да, можно разобрать стенку. Китовая кость и приз с клинка вербены. The trophy my father got for winning the blade verbena. Ладно. Мы читали про это испытание такое. Что-нибудь еще может быть? Вот, смотрите, какой-то дневник. Дневник Паломы Атана, это так понимаю, мать, да? 20-е, месяц ветра, 1816 год. Сегодня утром я снова плакала и не могла заставить себя поесть. Дело не в том, что я не горжусь своим Корво. Я всегда им гордилась, всегда знала, что он не такой, как все. Что он быстрее и сильнее других мальчишек. И серьезнее. У него всегда были такие проницательные глаза, даже когда он едва научился ходить. Иногда меня просто раздувало от гордости. Когда он отправился на клинок вербены, я знала, что он победит, несмотря на молодость. Я делала вид, что переживаю, ломала руки и смотрела вдаль. Тяжело дыша, но все это было напускное. Я знал, что он победит. Но я не думала, что его отправят так далеко. В Данул. Мне следовало бы радоваться его новому назначению, хвастаться, а не плакать. О, какая тяжесть в груди, когда я думаю о нем. Разве у него был выбор? Они отняли его у меня, отправили в дальний путь. Бедный мой мальчик. Сначала Беатриче, столько лет назад. Моя дочь-бродяга отправилась неведомо куда.
ведомая лишь звездами, а теперь и мой Корво отбывает в неизвестность. Так у него еще и сестра есть? Корво must have lived here 3 decades ago at least. Да уж, это круто. Спасибо за подсказочку, это действительно интересно. А что еще здесь есть интересного? Ну-ка. Ну, это ничего. Ну, в принципе, это все, я так понимаю, да? По всей видимости, да. Квартира уже давно брошена. Интересно, а где его сестра и мать? Мать у него умерла, по-моему, да, если я ничего не путаю? Где-то писали про это. Но это круто. Домик Корво. Интересно, что будет, если прийти в это место за Корво, играя. Ну, мы это проверим в любом случае, а пока давайте уходить. Нам еще много чего предстоит проверить, прежде чем мы закончим эту миссию. Давай-ка вот сюда. Смотрите, теперь отсюда вот сюда. Там, получается, комната Дюрана. Можно туда сходить, кстати. Тихо-тихо-тихо. Давай, наверное, сначала сходим в комнату Дюрана. Там заберем все, кроме подсказки. И потом двинем вот обратно туда. И там вот эту вот нижнюю часть, да, изучим. Как раз таки сходим еще в то место, где проявляют сребрографии. Давай сюда. Там я всех вырубил. Подожди, не сюда. По идее, нам в эту сторону. Теперь вот сюда. Ну-ка, пошли вон. Суки такие. Отсюда я как раз таки попал сюда. И тут пусто. Да, пусто. Опан. А, так это тот смотритель, да? Ну, пускай он и дальше там стоит. Он мне не мешает. Это что такое? Пыль, стена, терень. Блин, да подожди ты. Стой. Сюда. Теперь сюда. И вот тут. Мне нужно сейчас подняться будет наверх сразу. Угу. И вон комната Дюрана. А эти по-прежнему танцуют, заметьте. Открываем и смотрим. Комната Дюрана. Вот это вот код от дома Стилтона. Не буду читать, не буду. Забираю амулет. Крепость. Что это такое? Ну, это мне, скорее всего, не нужно, да? Эликсир восстанавливает немного больше здоровья. Нет, ребят, это мне не надо. Что там еще? Наши разини. Дюран, все путем. Твоих людей отпустят из компании Шиндейри, как только мы приведем им замену, просто посадив в приготовленные ящики пару пьяниц. Сойдет кто угодно, лишь бы помоложе и на дурь, чтобы не налегали. Если они приедут дохлыми, никакого дела не выйдет. Возьми ключ, это от подсобка в моей сребрографической студии. Когда поймаешь, сажай в ящик и забивай гвоздями. Когда сделаешь дело, оставь дверь открытой. Ясное дело, меня там не будет, Маддоти. А вот и ключ от студии сребрографии, ага. Все. Доставьте Паулов. Опа-на. То есть их можно туда отправить. Комната Дюрана. Наместник Верховного Смотрителя. Пауло. Ладно. Это типа дополнительная задача. Их отправить куда подальше. Хорошо. Забираем. Там, в принципе, путь свободен. Поэтому никаких проблем возникнуть не должно. Хотя, конечно, собачку бы не мешало. Пауло, спокойно. Спокойно, дружище. Все хорошо. И куда мне его прятать? Вот сюда. Положите Пауло в ящик. Ага, как раз таки два ящика. Это здорово. Угу. Подожди-ка, подожди-ка, там точно ничего нет. Сейчас, секундочку, сохранится игра. Там точно никак убийство засчитывается.
А, нет, все хорошо. Это я забираю. Мадоти, здесь то, что мне было позволено взять из неприкосновенного запаса. Держись, пока я не приведу обоих парней. Тошно думать о том, что придется платить этим ублюдкам из горной компании. Но мы не можем позволить Биллу и Паку умереть в забое. Дюран. Забираем. Но это же еще не все, что здесь есть. Здесь, я так понимаю, сделали фотографии, да? Угу. А что у нас в той комнате? Тут вроде ничего. Угу. Давай, значит, в другую комнату пошли. Куда-нибудь вот сюда. Погоди-ка, это что такое? Журнал серебрографического ателье. Слушай, самое главное — прилагать милую записку каждой серебрографии. Я знаю, что это пошло, но так хотят наши клиенты. Мы тут не для того, чтобы строить из себя поэтов, смердящих вином и мочой, и подыхающих от голода, в сточной канаве у ведьминой руки. Вот несколько примеров, старайся. Мы повстречались в месяц хлада. Любовь нам вечная услада. Мы встретились в месяц дождя и полюбили навсегда. Кто в месяц леса поженился, тот навсегда озолотился. Женитесь в месяц зерен, и все вам будет медом. Мы обвенчались в месяц стужи, и больше нам никто не нужен. Забавно. Для служащих. Не делать больше серебрографий для госпожи Минди Бланшер, пока она не выплатит долг. И готовых портретов ей тоже не отдавать. Мы в кредит не работаем, даже для стенателей. И жалования вам с чужих обещаний не выплатить. Если она снова будет вам угрожать, дайте мне знать, я сообщу об этом Паула. Мне также еще сказали, что где-то здесь должна быть какая-то картина, что ли, такая, ну, то есть как фотография. Правильно понимаю, что-то еще есть, какой-то должен быть трофей. Вот это точно не оно, это тоже не оно, но оно как-то вообще не подсвечивается. Тут у нас монетки, забираем сейчас, секунду. Двушку забираем, монета и еще одна монета. Угу. Это что такое? С этим нельзя никак взаимодействовать. Вот, шлюпка на подходе к верфи. Ага, это и есть как раз таки очередной трофей. Ладно, теперь пошли заберем этого смотрителя, да? Все, я на месте. Сейчас, как только я его отнесу, я включусь. Ну все, я уже почти на месте. Давайте положим тело сюда. Вот и здорово. Я надеюсь, 5 лет away gives you time to think, while the city rebuilds itself without your little war. Замечательно, просто замечательно. А теперь что мы делаем? Делаем сейв. И погнали, значит, спустимся вниз, найдем лавку. Там купим все, что нам необходимо. И пойдем к особняку Стилтона. Кстати, собака. А, вон собака, да. То что-то давненько ее не видно. Я думаю, можно спускаться и спокойно здесь шастать, потому что, ну, вроде как всех смотрителей я вырубил. Нейтральная территория, тем более. Конечно, обязательно. И еще хотел кое-что проверить. Это, получается, последний амулет, который есть. Да, больше ничего не осталось здесь. Я так понимаю, что это как раз-таки на рынке, да? Улица Валия. Ага. Попрошайка дать 5 монет. There's a back door to the Crone's Hand Saloon, leading to the basement. Угу, спасибо, дружище. Тут горожанин просто. Дверь. Рядом есть амулет, но он получается прямо тут. What do you think you're doing? Who's gonna say anything? Get your ass out of here if you know what's good for you. Хорошо, все, я понял. Привет.
Клейкая граната липнет к любой поверхности, можно закрепить на цели. И здесь двойное срабатывание. Каждая пружинная мина срабатывает дважды. Это мне, кстати, пригодится. Если там будут, как его, опять эти машины. Это мне пока не нужно. Давай дальше. Это тоже. Это у меня все куплено. Подожди. Вот, запас пружинных мин плюс 2. Это не то. Дальше нет. Подожди, это что такое? Клейкая граната. Ну, в принципе, хватит. У меня там денег более чем достаточно. А теперь вот здесь. Двойное срабатывание. Ну, все, по идее, все мины прокачаны, да? Больше мне пока что здесь ничего не надо. Теперь давайте покупать все это дело. Это у нас... Это мы берем. Глушающих мин 3 штуки сразу. Пружинные мины у меня более чем достаточно. Дротики берем. Стенающий болт не нужен. Зажигательные болты забираем. И это вот это хорошо. Так, подожди, давай дальше. Вот это вот, наверное, пригодится. Но подожди, ой-ой. Карта дома Рамиса Стилтона. Копаясь в департаменте архитектурного планирования, кто-то нашел карту дома Рамиса Стилтона. Монтажных инструментов у меня более чем достаточно. Давайте купим эликсиров. Ну и все. Больше мне ничего не нужно. Ага, обязательно. Амулет вот там, прям у нее что ли получается? А как-то можно туда зайти, вот что мне интересно. Как-то же можно это сделать, правильно? Нужно сначала найти код от этой двери. Это, конечно, круто, а я могу с помощью тени куда-нибудь пролезть? Единственное, что не понимаю, так почему я не могу купить его. Давайте смотреть. Ну там опять же нужно подбирать код. Где его найти, я понятия не имею. А вот там у нас кто? Но это, по идее, нейтральная территория. Я могу ходить, где хочу. Где-то... я, кажется, понял. Давай-ка сделаем сейв. А вот это вот уже враждебная территория. Пятерка, это все забираем. Тут у нас китовая кость. Давай зайдем с этой стороны. Погоди-ка, я же здесь был. Это просто с другой стороны находится всем. И надо мышей, наверное, перебить. Хотя нет, они туда-сюда бегают. Я думаю, они не сожрут тех ребят, которые там лежат. Да-да-да, я здесь был. Вот только сюда я не ходил. Ты у нас кто, друг мой? А, это тот, которого я спас, я правильно понимаю? Но я на него нападать не буду. Что-то странно. А как же мне забрать ту руну? Это мне нужно код подбирать, что ли? Или как-то сверху это можно сделать? Вот опять же, здесь я не смогу пройти. Тут решетки. А вот здесь смогу. А я же здесь был. Ну, конечно. Давай вот сюда, вот отсюда, вот сюда. Тут, наверное, были смотрители просто, да? Блин. Что-то как-то странно все это. Ладно, давайте я поищу вход. Как только что-нибудь найду, я обязательно вам покажу. Кстати, вот руководство начинающего шахтера.
Ты вот-вот отправишься в подземное путешествие. Работа нелегка, но у людей, которые глубоко копают, есть давние традиции. Ты будешь исследовать и раскапывать огромные пещеры в поисках драгоценного серебра и других руд. Твой взгляд может быть очарован величием подземных гротов и бесконечных шахт. Но тебе должно быть известно, что работа шахтера одна из самых опасных в островной империи. Прежде чем ты приступаешь к работе, тебе следует усвоить основные правила техники безопасности. Всегда носи с собой полный дневной рацион еды и воды, даже два, если можешь нести дополнительный вес. Помни, что канарейки и воробьи чувствительны к невидимым испарениям и замирают, если в воздухе присутствуют опасные газы. Если это случилось с птицами в клетке вблизи тебя, немедленно покинь шахту. Всегда носи защитные очки и дыхательный аппарат, который тебе выдаст руководитель участка. Всегда держись в своей группе. Не отправляйся в одиночку в неисследованные пещеры и тоннели. Следи за тем, кто работает рядом. Замечай признаки усталости или головокружения. Заботься о безопасности товарищей. Спрос на серебро никогда не падает, так что трудись усердно. Береги себя и не прекращай добычи. Издано Союзом шахтеров на средства Арамиса Стилтона. Угу. Ладно, пошел я дальше. Ну-ка, а давай-ка еще вот с ней поговорим. Between what the Duke did, and now the Howlers and the Overseers fighting over the area, these people haven't been fortunate. Это все? Да, больше с ней разговаривать почему-то не могу. Хорошо, я тебя по... Ой, это не я. Все хорошо, ребят. Да ёб твою за ногу. Подождите, ребят, а я ж сюда наверх не поднимался. Вот там, получается, вы поняли, да, где находится амулет, и вот тут что-то еще. Дверь заблокирована, что у нас там вообще имеется? Угу. Это странно. А с другой стороны, как-то можно туда попасть? Ага, 10 раз. Слушайте, ну что такое? Где ключи-то все? Где все ключи, я понять не могу. Ребят, спустя, наверное, полчаса, я наконец-таки в окне увидел вот это вот. Оказывается, дверь, которую мы только что видели с вами, она была заблокирована доской. Давай-ка это откроем. А, ну да. Все, пошли посмотрим, что у нас за той дверью. Я даже там уже пытался, короче, подбором отгадать. Но у меня ни хрена не вышло, как вы все прекрасно понимаете. Я просто забил, потому что это очень долго. Давай-ка вот сюда. И что у нас тут? Тут у нас тяжелый кошель. Будильник и часы. Что у нас тут? А, и там внизу, хорошо. Тут я пока ничего не вижу. Присядем, присядем. Ты у нас кто вообще такой веселый парень? Без сознания. О как. Это мы забираем. Это мы тоже забираем. Там вот какая-то записка, я вижу. Свадебная сребрография.
Вы встретились месяц дождя и полюбили навсегда. Понятно. Неотправленное письмо. Дорогой, я все еще не знаю, когда смогу с тобой встретиться. Я не могу просто так закрыть магазин и оставить брата одного. Вести дела на черном рынке ничуть не проще, чем я себе представляла. Стычки в квартале не утихают. Днем и ночью слышны выстрелы смотрителей и эти вопящие болты стенателей. Мы не выходим из дома, остается только надеяться, что все это скоро кончится. Когда мне грустно, я смотрю на наш свадебный портрет. Какой это был замечательный день. У меня для тебя сюрприз. И не думаю, что дождусь годовщины, чтобы тебе его преподнести. Дорогой, береги себя, люблю, Марта. Угу, ну и чё? А пароль-то мы так и не узнали. Ладно. Ну, по-любому, что-то должно же быть, правильно? Ну, не просто же так. Не просто же так все это. Ну, что такое? Как мне попасть? Ну... Подожди. Это у нас... месяцы. Да? И чё? Месяц дождя. Подожди, месяц дождя? Да? Месяц дождя. И чё? Ну там типа было на этом, как его, вы поняли, да? На... рядом с церебрографией. Месяц дождя. Ну скорее всего, наверное, он. И чё всё это значит? И как мне это всё, как понять? Вот, тут 25. Отмечено. Блин, что-то какая-то фигня. Подожди, дай-ка я перечитаю то, что там написала. 4.25. Ребята, я, кажется, понял. Смотрите, 4 месяц. И вот 25, цифра отмечена. То есть я так понимаю, что это их годовщина, что ли? 25. Ну-ка, 4.25. Давайте проверим. Давайте проверим, тут благо недалеко. Четыре, два, вот, да, 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 это круто, я пока сохранюсь, все-таки это мое первое ограбление черного рынка. Я больше ничего забирать не буду, я только заберу амулет, я не жадный. Танец лезвий. Все, мне больше ничего не нужно. Ничего забирать я не буду. Я просто уйду отсюда. Хотя подожди, может там какие-то записки есть? Тут есть у нас пули. Да и больше ничего тут кроме этого. А нет, тут есть получается шкафчик. И серебряный слиток. Один. Забираем. Но там, по-моему, больше ничего, да? Нет, я могу вот здесь вот, типа, все, что лежит на витрине, забрать, мне так кажется. Но я не буду этого делать, давайте лучше уходить. Все. Можно теперь отправляться к особняку Ариамиса Стилтона, только где он находится, хрен его знает. Ты не поверишь, подруга. Ты не поверишь, да, все нормально, все хорошо. Ладно. А где у нас дом Арамиса-то? Вот что интересно, потому что что-то как-то я даже его не видел. Мне сказали, что он, по идее, должен быть в самом начале аж локации. Только вот это вот самое начало бы еще найти. Было бы неплохо. Ну вот. Я вышел... Куда я вышел? Это же самое начало... локации... Сука. Ну что ж такое, надо было прыгать на него сзади. Ладно, сейчас еще разок. Ну, в общем, все, я на месте. Давайте-ка мы с этим пареньком разберемся. Все, отдыхай, друг мой. Забираем. Но, по-моему, он здесь не один. Я прав?
Вот это вот мне показывает стрелка, что там как раз таки рынок находится. Ну, лавка, это вы поняли, да? Погоди, это же нейтральная территория, правильно? То есть я могу спокойно сюда заходить. Oh, hello. At first I thought you were one of Paolo's gang, but you don't look so bad up close. Ты вообще кто? Excuse me, but please stay in the part of the shop open to the public. Конечно, конечно, без проблем. Что-нибудь еще? Но он же, по идее, меня не видит, так что все нормально. Вот тут еще есть у нас оглушающая мина, она мне не нужна. Тут у нас монтажный инструмент, он мне как бы тоже не нужен уже. Спуститься ниже я не могу. Там и нельзя было, я не знаю, почему мне показалось, что там можно спуститься. Все хорошо, я теперь могу отсюда свободно уходить. Туда спускаться смысла нет, я там был только что. Да, вот он, вход. Never mind. Maybe another time. Or not. Let's go. Ладно, ребята, уходите. Теперь настала моя очередь. Что это такое? Семья. И это у нас фамильные ценности. И что это мне дает? Никаких подсказок у меня вообще нет. Это что такое? Подожди. Загадка Джиндыша. Открыть. Прочитать. На званом обеде были леди Уинслоу, доктор Маркола, графиня Контли, мадам Нацио и баронесса Финч. Женщины сидели в ряд. Все они были одеты в разные цвета. Например, доктор Маркола носила причудливое белое пончо. Мадам Нацио, левее всех, рядом с гостей, одетой в пурпурное. Дама, одетая в синее платье, сидела слева от гостя, одетой в зеленое. Я помню синее платье, потому что его обладательница пролила на него ром. Путешественница, недавно покинувшая Морли, была одета во все красное. Когда одна гостья хвастливо демонстрировала орден, женщина, сидевшая рядом с ней, заметила: «Мой родной Морли славится такими безделушками». Тогда баронесса Финч достала из сумочки свою фамильную драгоценность – портсигар. Дама, до того рассказывавшая, как красив в это время года ее родной край – Фрейпорт, с усмешкой заметила, что ее бриллиант – куда большая редкость. Другая дама начала демонстративно рассматривать свою реликвию. Кулон с птицей, сидевший рядом с ней гостья, помнится ее родина Данул, чуть не выбила сидр из рук своей соседки. Внезапно графиня Конти, пившая исключительно абсент, предложила тост. Дама, которой предстояло навестить серконос и которая весь вечер налегала на коктейль, попыталась запрыгнуть на стол, но повалилась на гостью, сидевшую посередине, и та пролила виски. Затем леди Уинслоу завладела всеобщим вниманием, рассказав про Бейлтон времен своей юности. На утро под столом валялось 4 фамильные драгоценности: орден, перстень, бриллиант и кулон с птицей. Но кому принадлежит каждая из них? Короче, ребята, хрен знает. Я сейчас не в состоянии вот это вот решить, вот серьезно. Я тут уже просидел хрен знает сколько времени, не могу я ее решить и все. Там все слишком запутано. Это надо как минимум сейчас потратить, ну где-то не, ну, часа пол вот со свежей головой посидеть. И тогда да, тогда это можно решить, но не раньше, ребят. Я сейчас просто это не смогу сделать, поэтому я пошел все-таки заберу записку, потому что ну это вот, это ад.
На запись это делать абсолютно бессмысленно, потому что это скучно. Я просто бегаю туда-сюда, перечитываю 20 раз одну и ту же вот эту вот загадку, и все. Кстати, ребят, вот тут я еще нашел газету, которую я пропустил. Смотрите, паника в связи с поджогом парламента. Это получается, ну вы поняли, этот вот кабачок. Ошеломляющие новости пришли из Данула. Здание парламента частично разрушено пожаром. Пламя, быстро охватившее здание, с большим трудом удалось потушить. Огонь и дым распространились по окрестностям. Жителей охватила паника. Сообщают о многочисленных погибших и раненых, многие из которых еще не найдены. Власти не исключают поджога, но тлеющие руины еще слишком опасны. Это препятствует расследованию. Деятельность парламента в Гристоле приостановлена, а большинство коммерческих рейсов отменены. Так что мы рекомендуем пока воздержаться от поездок в Данул. Вот такие вот пироги. Ну пошли, давайте поднимемся, тут все чистенько уже. Я там тоже всех стенателей вырубил, которые были на пути, ну вы поняли, к... Поднимайся, поднимайся, поднимайся. Пойдем покурим. Теперь, по идее, я вырубил абсолютно всех стенателей. Я надеюсь только, что там никто не умер. А то это будет обидно. Убито! Что за херня? Где? Ну круто, чё. Я пошел искать, где кого убил. Все, ребят, я на месте. Я разобрался, кто там у меня погиб. Получается, там сейчас идет огромная толпа стенателей в сторону особняка Стилтона. И, короче, сделал. Я там поставил мину, чтобы их всех вырубить. И в итоге они в кучу попадали и друг друга поубивали. Ну, точнее, там одну девку задавили, а второй раз, когда я попробовал так сделать, они друг друга поубивали. Просто там только один выживший остался. Так что такие пироги, поэтому там сейчас они все на местах на своих. Итак, код от дома Стилтона. Это от нашего друга герцога. Тебе пригодится, когда принесешь еду Стилтону. Оставь ему припас и убедись, что у старика есть вода. Помни, больше никто этот код не должен знать. Никто. Так, доктор Маркола, бриллиант, баронесса Финч, портсигар, леди Уинслоу, перстень, мадам Нацио, купон с птицей и графиня Конти, орден. Хорошо. Пошел, ребят, буду на месте, включусь. Но загадка, загадка интересная просто, ребят, но это надо до хера времени на нее потратить. Отправляемся в особняк Стилтона. Миссия очередная завершена. Я надеюсь, все хорошо. Да, призрак и милосердный. Дальше. Рун 5 из 5. Алтари чужого 1 из 1. Амулеты 8 из 8. Монеты, ну, большую часть собрал. Картины 3 из 3. Чертеж 1 где-то я опять профукал. Что-то не везет мне с чертежами. Дом детства. Альтернативное решение. Грабеж на черном рынке. Хорошо. Трещина в мироздании. 3 года назад в особняке Арамиса Стилтона провели странный ритуал, как-то связанный с Далилой Копперспун и ее последователями. Попав в дом, узнайте как можно больше о секретах Далилы. Кстати, осталось всего 3 миссии до финала, то есть 7, 8 и 9. Капец, что-то быстро как-то время пролетело, и уже игра, по сути, плавно подходит к концу. Time is an odd thing. Growing up, I was excited about what the years might hold. About the places I'd visit. I recall childhood moments with my mother on her throne and my father, a figure of mystery. I remember the rat plague, mother's passing, and all that happened at the Hound Pit's pub. Now this. I just want to put an end to Delilah's reign and get my father back. This house holds her secrets. Delilah pulled herself up from tragedy. Grabbing the Empire and changing it to her liking. With Duke Luca Abel, she transformed a coddled dilettante into a schemer who helped her take my throne. She's made herself immortal, and even my father's sword couldn't end her life. I'm going to undo all she's done. And next time, I'll hold on to the things I cherish, just a bit tighter. Ну ладно, как скажешь. That's strange. I feel drained by this place. Я не могу использовать свои способности.
Это странно. Так, ребят, давайте-ка это уже все оставим на следующую серию. Видимо, там мы получим ответы на все наши вопросы касательно того, что произошло с Далилой. Я надеюсь на это, по крайней мере. И тут, блин, что такая странная фигня со способностями. Ну, поглядим. В общем, спасибо, что смотрели. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. Не забывайте тыкать большие пальцы вверх, если хотите, чтобы продолжение вышло быстрее. Также не забывайте подписываться на канал, на Google Plus и Twitter. Там вся информация, новости канала. Также подписывайтесь на Twitch, там проходят трансляции. На дополнительный канал там выкладываются записи трансляции, если вы пропустили. На сегодня все. Давайте, ребята, всем пока. Drunken wheeler.